Друзья, добрый день. Пятница. Прекрасный день для большого футбола. Молодежная футбольная лига открывает очередной игровой день. Большой и насыщенный. И сегодня в Нижнем Новгороде интереснейшее противостояние. Нижний Новгород принимает Акрон Академию Коноплева. Заменами делать на упор. Начинается матч. У нас тем временем развели мяч игроки Нижнего Новгорода. Банк игру перевести. И дальше борьбу Нижний Новгород сопернику навязывает. И на вратаря. Прессинг и опаснейший момент в итоге. И первый гол. Быстрый гол забивает Нижний Новгород. Это Роман Баранов отличился. Наверное, именно на такое начало и рассчитывал тренерский штаб Нижнего Новгорода, просматривая предыдущие матчи Академии. Поздравляем нижегородцев. Быстро открывают счет буквально. Продолжается у нас ход встречи. По-прежнему Нижний ведет в счете. Но Акрон вот сейчас первую такую большую, серьезную, осознанную атаку проводит. И это опасно! И едва-едва мяч не оказывается в воротах Нижнего Новгорода. Ну вот мы говорили, что команде тяжело, что она трудно ей входить в игру, что долго приходит в себя. Сейчас могли бы бежать в контратаку, но заметался мяч недалеко от штрафной Нижнего Новгорода. И посмотрим, будет ли удар. Опаснейший момент, и спасение какое совершает Константин Милентьев. Вот момент еще у Акрона. Действительно, будут они. Как раз недоволен именно то, что с этого фланга пропускают уже очередную атаку. Поэтому он сейчас пытается докричаться до футболистов, но, как мы видим, уже пенальти. Вот доигрался Нижний Новгород. Многовато действительно соперник в последние минуты таком. И вот чем ответит Акрон или чем ответит Константин Милентьев. Пенальти, момент, и вратарь тащит Милентьев. Удар Эльнура Халыгова. И переводит его на угловой. Так, что там судья у нас объясняет? Да, действительно, будет сейчас у нас Эльнур перебивать этот удар. Халыгов против Милентьева. Халыгов. И в этот раз он точен. Показывает он что-то. Камеру сравнивает. Счет Акрон. Наверное, где-то сработало. Сработал тот факт, что Нижний Новгород прижался. Цим по центру мяч доставить. Был фол, но можно играть. Черкасов направо. Дальний удар. Но, пожалуй, что слишком дальний. Можно было как-то поинтереснее эту ситуацию распорядиться. Давать командам бороться. И сейчас в атаке Нижний Новгород простоял штрафную. Посмотрим, сможет ли здесь кто-то зацепиться. Опасный был удар из обороны. Вот опять сейчас опасно атакует Нижний Новгород. И удар. Удар поворотом, но почему бы и нет. Менять вот так дома играть чревато. Команда, которая всего одно очко заработала. А вот так играть можно и нужно. И опаснейший момент нижегородцы. Ну и такой флешбэк, наверное, из первого тайма. Да, мы сейчас увидели. Примерно в таком же стиле Нижний Новгород открыл счет в матче. И сейчас был очень близок к тому, что в центральном круге получает возможность организовать атаку хозяев. Догоняет Никита Якшин мяч. Красиво сейчас обыграл, пробивает. Ух, казалось, что это опасно. Да, ну и вратарю в итоге пришлось вступить в игру. Стало быть, действительно опасно. Идет ли в контратаку, рвется вперед Роман Баранов. И удар, но, пожалуй, что откровением он вряд ли. По центру, и смотрите, как веером эта атака развивается. Возможно, дело и до удара дойдет, удар следует. И очень опасный момент создает Акрон. Пока, наверное, самый опасный момент во втором тайме, который создали команды. Действительно, будет... Дает угловые, вот статистика уже 4-5 по угловым. Подача, и как все опасно, будет ли удар, удар следует. Да, вышедший на замену, двигает мяч вперед, и смотрите, к чему это приводит. Есть пространство для удара, и... Да, моментище. Милентьев выручил, но будет чуть менее расторопным партнер по команде. Могло состояться, пока ошибок не допускает. Подача штрафную. И опасный момент! И как сейчас мяч не оказывается в ворот? Если я не ошибаюсь, это как раз-таки Губанов подавал мяч. Серьезно. Насытив команду свежими силами. Да, сейчас Нижнему Новгороду уже срочно необходимо. И какая ошибка Акрона. Выход 1-1. Супер голевой момент и гол.
И гол Нижний Новгород в лидерах. Ну как же так, Акрон так грамотно вроде бы оборонялись, вели игру. И какая-то совсем простецкая ошибка. С другой стороны, браво Нижний Новгород. Они постоянно ждут этих ошибок от соперника. И как только он представляет шанс, получите, распишитесь. Кстати говоря, сработала замена. Это Роман. Смотрите, у нижегородцев столько сил хватает на высокий прессинг. Едва не перехватили мяч на чужой половине, но с мячом остается Акрон. И какой впечатляющий проход. Это Эльнур Халыгов. Наверное, сами угадаете, да, кто его совершал. Тот самый человек, про которого мы говорим, наверное, сегодня чаще всего. Действительно, уверен. Стандартная история, да, чтобы никто не запутался. И опасный момент. Мяч выбит с ленточки. Этого эпизода, поскольку... Острота никуда не делась. Еще одна подача! Уф, это было опасно. Да, момент. У Акрона. Футболист Акрона не стал наносить прямой удар по воротам. Атака продолжается. Ну, а это уже и с этим ударом завершается сегодняшняя встреча. Одерживает победу Нижний Новгород со счетом 2-1. И подтверждает свое звание действительно домашней команды.